Ну вот мы наконец-то в аэропорту в Алании. Ой, в Анталии. В Анталии. Очень похоже, конечно, название этих двух городов. Ну, я хочу сказать, что, как обычно, на, не знаю, на российские наши самолеты почему-то всегда очень большие очереди. Всего работают, получается, раз, два, бизнес, бизнес, три, четыре, пять, шесть, ну вот, пять или шесть стоек регистрации. Если посмотреть на другие стойки регистрации, то очередей таких огромных, конечно, нет. Конечно, нет. Я не знаю, почему именно у нас такая лажа. Не знаю, как по-другому это назвать. Вот просто вот посмотрите, я сейчас подойду на другие стойки регистрации. Ну вот, вы видите, да? То есть люди стоят буквально вот 3-4 человека. Вот, вы видите, да? А вот я показываю, как люди стоят, уезжая в Россию. Ну что, вот так. В общем, мы спокойно зашли, прошли контроль. В аэропорт, понятно, что только в масках. В сам аэропорт с жидкостью можно проходить. Мы заранее взяли с собой большую бутылку воды, которую нам хватило и на дорогу, и на то, чтобы отстоять эту очередь. Заранее у нас была приготовленная наша одежда, в которой мы приехали, в которой поедем. Один чемодан мы не стали заматывать, мы его просто закроем. В него сложили мы все, что переодели, соответственно, и обувь в том числе. Посмотрим, как с ручной кладью на выезде. Посмотрим. Соответственно, с учетом всяких подарков, сувениров и покупок, которые мы приобрели, нам пришлось брать дополнительную сумку. Поэтому, ну, что делать? 20 килограмм – это ограничение. Может быть, сейчас посмотрим, как проходят другие. Где-то было, что с коляской нельзя, где-то ручной кладь. Ну вот я смотрю, мужчина с пакетами идет, девушка проходит. То есть люди сдают большие чемоданы, а ручная кладь – это вот верхняя одежда, пакеты. Верхняя одежда у нас, кстати, спасибо папе, она у него в машине. И, ну, куртки такие, громоздкие вещи мы не стали брать. Хотя у нас, в принципе, они немного весят, и они вошли бы в чемоданы. Еще хочу сказать, что когда мы выезжали, у нас получилось, что у нас рюкзаки не разрешили брать в ручную кладь. Причем рюкзаки совершенно небольшие, небольшого формата, небольшого объема. А соседей, так сказать, я видела в нашем самолете с более крупными рюкзаками, с более крупными ручной кладью сумками. Поэтому, видимо, это лотерея. Как нам сказали сейчас в автобусе, уважаемые дамы и господа, как повезет. Кто-то кого-то пропустит, кто-то нет. Вот поэтому, видите, вот у Миши какая сумочка. Вот с такой, пожалуйста, не знаю, детскую пропустят. А у нас есть большой рюкзак, мы как бы не стали. Ну, что делать? Не будем. Если не разрешат, у нас есть место в багаже. Главное пойти по весу. Ну что, увидимся за гранью перехода этого всего дела.